Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Blue Grand M2, и сейчас я вам покажу, как на этом телефоне, как стереть, как удалить пароль с этого телефона. Вот, допустим, вы забыли пароль блокировки, да, вот, допустим, вы его забыли. Как сделать так, чтобы вводить его не пришлось? К сожалению, на телефонах Android нет возможности просто заброса пароля без потери данных, но тут же, если вы забыли свой пароль, это значит, что нужно стереть абсолютно все данные, чтобы, ну, просто потому что, не знаю почему. Итак, как же выполнить полный сброс? Ну, для начала вам нужно зажать и удерживать кнопку блокировки, затем нажать «Выключить» и нажать «Ок». Подождать, пока телефон полностью вырубится. Затем вам нужно будет нажать и одновременно удерживать кнопку блокировки и кнопку уменьшения громкости. Пробуем. Раз, так, раз, два, три. Как только появится логотип, отпускаем кнопки. Кнопку блокировки. Итак, отпускаем кнопку блокировки, держим только уменьшение громкости. Отлично, мы попали в режим Factory Mode. Да, это Factory Mode, не Recovery. Это такой специфический Factory Mode на этом телефоне. Итак, как же стереть блокировку, да, стереть пароль блокировки на этом телефоне? Нужно, используя кнопку уменьшения громкости, перемещаться вниз до пункта Clear EMMC и нажать кнопку блокировки. Ждем, пока телефон отформатируется. И теперь осталось только подождать, пока телефон перезагрузится. Ну вот и все, абсолютно все настройки вместе с паролем и всеми данными с телефона были стерты, и теперь можно настраивать этот телефон как новый девайс. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч!